Дорогие друзья, в мире не очень много шедевров танцевального искусства. Их можно по пальцам пересчитать. Рок-н-ролл, твист, кукарача, танго, 740, сиртаки, кантри, цыганочка, ламбада, самба, бариня и лезгинка. Тико-тико-той. В этом ряду достойное место занимает танец народов Кавказа лезгинка. Хотя с видоизменениями его танцуют на всем Кавказе, его почему-то назвали лезгинкой по имени одной из народностей Дагестана лезгину. А сами лезгины лезгинку танцуют хуже всех. А лучше всех лезгинку танцуют аварцы, потом кумики, более-менее даргинцы и лакцы. А наши русские азербайджанцы лезгинку танцуют слабо. Очень красиво танцуют чеченцы, осетины. Но кто бы не танцевал лезгинку, она требует от танцора быстроты, резкости, красивой осанки и орлиного взгляда. Посмотрев этот сам учитель и немного потренировавшись, вы будете владеть азами и простыми движениями. А потом уже по ходу танца, варьируя и чередуя движения в такт музыки, вы сможете закрутить партнершу в заворожительном фейерверке настоящие лезгинки. Даже части того, что вы здесь увидите, достаточно, чтобы красиво и грациозно танцевать на свадьбе. Для красивого танца необходимо сочетание четырех вещей: стройной осанки, позиции рук, взгляд и позиции ног. Дорогие друзья, если вы все время будете наблюдать на свадьбах и учиться, то достичь совершенства нелегко. Нужен учебник. Он перед вами. Учите сами, учите детей. А то стыдно бывает на свадьбах видеть джигиту, убегающих от девушки, когда та приглашает его танцевать. И тут они не умеют танцевать. Через школу танцоров тут утром прошли многие, и каждый сразу готов выйти на танец. Вы увидите наши. Вы сами тоже убедитесь, как это легко. Этот самоучитель поможет и взрослым, и детям. А для девушек мы готовим отдельный самоучитель. Махмуд, вообще, для чего нужна лезгинка? Что она собой представляет? Что она выглядит? Лезгинка – это танец народов Кавказа, зарождаемый со времен древних народов, древних времен. Этим танцем раньше люди выражали свои чувства. То, что они хотели сказать, они часто выражали танцем. И в наше время танец пришел как одно из наикрасивейших искусств, наикрасивейших видов творчества человечества. На лезгинку танцуют все народы Кавказа, даже не только Кавказа. Лезгинку танцуют все народы Кавказа в основном на свадьбах. Свадебная лезгинка является одним из разновидностей лезгинки. И сегодня, и в этой кассете, в этом диске, я представлю вам наглядное пособие, наглядное визуальное
пособие рисовать на лезгинке. Что самое главное, чтобы нормально, красиво танцевать лезгинку? Самое главное на лезгинке танцевать, существует 4 самых главных правила. 4? 4 самых главных правила. Первое правило – это осанка. Второе правило – это взгляд. Третье – движение ног. И четвертое – движение рук. Начнем тогда с осанки. Какая она должна быть, осанка? Осанка должна быть от начала пятки до конца шеи прямая, как палка спина. Не должно быть искажений позвонка. Все должно быть ровно, прямо. Вы должны вытянуться в полный рост. Чем вы вытянулись в полный рост, тем вы выше качество, тем грациознее танец. Ноги вместе, плечи на одном уровне. Плечи чуть-чуть сзади должны смыкаться в районе лопаток. Грудь чуть-чуть вперед и голова поднята. Вот такая осанка должна быть от начала танца до конца, когда вы сели обратно за свое место. Не должна быть шея повернутая, не должна быть голова вниз опущена. Все должно быть ровно, прямо. Голова поднятая, взгляд прямой и уверенный. Второе правило – это взгляд. Взгляд никогда не должен падать ни на свои ноги, ни на ноги девушек, которые вы танцуете, ни на ноги зрителей, ни на жениха с невестой, ни на тех людей, которые танцуют рядом с вами. Взгляд всегда должен быть прямо падать на лицо. Прямо на лицо девушки, с которой вы танцуете. Хоть девушка не смотрит на вас, ничего страшного, вы должны за ней следить, куда бы она ни пошла. Нельзя смотреть из-под лобби на девушку, нельзя смотреть косо. Смотрите прямо в лицо уверенно. Этим самым вы показываете свой характер. Вот эта осанка и взгляд, вы показываете свой характер. А характер должен быть у мужчины резким, четким, вольным. Так что взгляд и осанка – это два самых важных правила славянных. Третье – движение ног. Движение ног не должно быть плавным. Движение ног должно быть четким, резким, выстреливающим. Движение рук – то же самое. Движение рук не должно быть плавным. Все должно быть ровным, четко, подтянуто. Плавное движение – свойственно девушкам. Мужчина – свойственно резким, четким движением. Этим самым он также показывает свой характер и свое чувство. Груди, руки, груди, пальцы чуть-чуть растопырены. Сбоку тоже покажи. Чуть-чуть растопырены. Кисти не должны сгинаться, туда не должны быть. Ага. Они будут прямо. Прямые. Руки не должны прикрывать лицо, они должны прикрывать грудь. Ага. Локти не должны слишком высоко, просто это слишком низко, вот посередине. Ага. Вот так. Это основополагающая позиция. Первая позиция. Раз. Еще раз показываю. Отсюда. Эта рука сгинается, идет к груди. Ага. Эта рука выпрямляется. Полную длину. Плечи, руки должны быть выше плеч. Вот искажение. Вот такие не должны быть руки. Не должны быть вот такие руки. Они должны быть выше плеч. Mm-hmm. Теперь сбоку показываю. Руки должны быть на одной плоскости стулища. Они не должны вперед выпирать. Не должны назад слишком выпирать. На одной плоскости стулища. Эта рука не должна быть вот так. Это искажение. Она должна быть заднее предплечье. Прикрывать задние предплечья. Кулаки не должны быть большими, высокими, не должны быть низкими. Они должны быть вот так, на уровне рук. Кулаки – это продолжение рук. Вот так. И идем на вторую позицию. То же самое, только в другую сторону. Раз. Это вторая позиция. То же самое здесь. Те же правила, что и в первой. Они должны быть на уровне плеч. Они должны быть выше плеч. Всегда руки выше плеч. Плечи не поднимайте. Вот искажение. Некоторые вот так делают. Это нельзя. Надо опустить плечи, руки поднять. Вот так. Это вторая позиция. И вытягиваем их оба вверх. Выстреливаем. Раз. Это третья позиция. Руки должны быть выше головы. Кулаки должны быть выше головы. А теперь ты их согнул. А теперь вот так не должно быть. Вот так тоже не должно быть. Они должны быть вниз опущены кулаки. Отсюда идет переход на первую позицию. А ну-ка. Раз. Исходная позиция. Это первая позиция. Исходная – вторая. Исходная – третья. Опять так. Исходная – первая. Исходная – вторая. Исходная – третья. Вот эти три позиции руки. Смотри, если даже человек не может танцевать, вот позициями он может показать танец вот так? Он может. Если даже человек не может танцевать, определенными позициями рук, движением, элементарным движением ног, и самые главные две правила, как я еще говорил, осанка и взгляда, он может показать, он может выделяться среди толпы. Он может показать, что он хорошо танцует, что он хорошо обучен. На него будет внимание обращать. Давай вот это мы сейчас покажем. Минимальные движения ног под музыку и вот эти осаночные вот позиции рук покажем. Минимальные движения ног. Ну, сейчас музыку включим.
Первое упражнение называется ковырялка. Обычная ковырялка. Правую ногу выкидываем вперед на пятку. Другая нога слегка согнутая. Второе. Выкидываем эту же ногу, поворачиваем бок на носок. Вот сюда. Поставим носок. Не надо на нем опираться. Потом эту ногу ставим вместо этой ноги. Выбрасываем эту ногу вперед на пятку. Левую ногу. То же самое происходит с левой ногой. Ее выбрасываем в бок. То же самое повторение идет и с правой ногой. Раз, вперед выбросили. В бок ставим. Эту ногу теперь ставим вместо правой ноги. Вперед выбрасываем. В бок. Эта нога слегка согнута. Выбросили. Опять-таки эта нога слегка согнута. В бок. Раз, два, три, четыре. 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 Теперь как это выглядит в быстром темпе. Раз, два, выбрасываем правую ногу вперед. Сначала поднимаем левую, бьем ее ряд. Вот таким образом. В это время одновременно выбрасываем правую ногу. Выбросили. Один раз гинаем и раз гинаем ее. Носок не должен быть поднят, не должен быть слишком низкий. Средний носок. Теперь меняем ноги одновременно, не сгибая с колен. Раз, выкинули. Левую ногу согнули, выпрямили. То же самое происходит в следующем движении. Раз, согнули, выбросили. Раз, согнули, выбросили. Раз, согнули, выбросили. Раз, согнули, выбросили. Бедро на месте остается. Сгибается нога назад и выбрасывается вперед. Поменяли. То же самое. Сгибается назад. Колено, бедро не поднимаем, выбрасываем вперед. Спереди. Раз. Вот. Бедро на месте, сгибается нога, выбрасывается вперед. Раз, сгибается нога, выбрасывается вперед. Теперь как это выглядит в темпе. Вот это выглядит в темпе. Позиции рук. Позиции рук те же самые, как я вам объяснял. Исходная позиция, первая. Исходная, вторая позиция, исходная, третья позиция. Давай выброс в сочетании со всеми позициями. Первое сочетание со всеми позициями. Первая позиция идет. Раз, два, три. Раз, два, три. Обычный шаг делаем, задняя нога полностью на стопе, передняя на стопе. Ставим
ногу вперед на носок. Перед этой ногой задняя нога прямая, перед носок. На носок. Заднюю пятку подвигаем к ней. Не всю ногу. Носок на месте оставляем, заднюю пятку к ней подвигаем. Этой же ногой, которая впереди, делаем шаг полный, недалеко, не близко, средний. Ставим другую ногу впереди, тоже на носок. И заднюю пятку, так же как и эту ногу, подвигаем вперед. То же самое. Раз. Шаг делаем этой же ногой. Ставим впереди носок, заднюю пятку подвигаем. Вперед ставим. Ставим впереди носок. Подвигаем заднюю пятку. Шаг. Поставили пятку впереди. Заднюю пятку подвигаем. Шаг. Поставили носок вперед. Подвигаем заднюю пятку к себе. Шаг. Носок вперед, заднюю пятку к себе. Опять таки шаг, носок вперед, заднюю пятку к себе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Теперь покажем это движение в ускоренном темпе. Красивый, очень красивый вид. Вот так. Если человек в возрасте при исполнении этого движения, возраст его уменьшается на много-много лет. Выкидываем правую ногу вперед. То же самое, как и в первом движении ковырялки. Потом эту ногу ставим вместо этой ноги, идет она вперед. Другая нога выбрасывается назад. На ребро туфлей. На ребро. Слишком далеко нельзя ставить. Слишком близко нельзя ставить. Потом. И обратное движение идет. Теперь вместо этой ноги ставим эту ногу. Раз, обратно вперед. И эту ногу ставим в бок. То же самое происходит с другой ногой. Вместо этой ноги ставим эту ногу. Раз, вперед выкинули. Потом идет обратное движение. Раз, эту ногу выбрасываем в бок. То же самое вперед и в бок. Раз, два, три, четыре.
Стоим ровно, держим осанку, голова поднятая, соблюдаем все правила слаженной лезгинки. Отсюда правую ногу кидаем ровно на 90 градусов от вас, в сторону, в левую сторону. В этот момент правая нога идет на пятку, опорная нога у вас остается левая, на правую ногу опору не делаем. Корпус полуразворочен к партнерше, а голова полностью остается в сторону партнерши. В этот момент поднимаем правую ногу и ставим ее назад от вас, недалеко на носок. Опорная нога остается левая. В этот момент разворачиваем правую и левую ногу и ставим правую ногу на пятку. В этот момент опорная нога остается по-прежнему левой. Корпус ровный, голова повернута к партнерше. Следующее движение. Поднимаем правую ногу и ставим под себя и на левую. В этот момент поднимается левая нога. Ставим дальше левую ногу на пятку вперед. Здесь теперь опорная нога становится автоматически правой. Кидаем эту левую ногу назад на носок. Опорная нога также остается правой, неизменной. Разворачиваем обе ноги вокруг своих осей и ставим левую ногу на пятку. В этот момент также остается опорная нога правая. И теперь прыгаем так же, как со прежней ногой на левую ногу. Поднимаем в этот момент правую ногу. И повторяйте движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следите за корпусом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Ноги ставятся на одну линию. О, красота! Шаг и некоторые поднимают колено. Здесь не то, что колено поднимать. После шага надо поднимать назад. И на другой ноге прихлебывать. Не колено поднимать, а саму ногу назад. Ага. И носок должен быть выровненный. Не согнутый, а выровненный. Ага. Ноги на одной линии. Все, это все. В чем заключается позиция рук при женский танец? При выполнении акушерского шага заключается в том, что левая рука выпрямляется большой палец и ставится сзади на спину, правее поясницы. Правая рука тоже выпрямляется большой палец, сгинается в кулак, и она должна находиться на уровне головы. Рука в полусогнутом состоянии. Вот позиция рук в акушерском шаге. Позиция корпус. При этом корпус чуть-чуть согнутый вниз. Чуть-чуть наклониться должен. Голова повернута в сторону своей партнерши. Позиция ног. Правая нога ставится на пятку впереди, а другая нога левая подвигается к ней. В этот момент прыгаем на ту ногу, которая стоит на пятке. Поднимаем другую ногу, ставим впереди и тоже ставим на пятку, другая подвигается к ней. То же самое повторяется. Перед выходом на танец, левая рука стоит сзади, как я прежде говорил, правую руку снизу забираем и поднимаем к голове. Угу. И вот так и зафиксируем здесь. Здесь должна быть конечная остановка только. Раз, два. И пошел в танец. Раз, два. Позиция рук. Правая рука, левая рука ставится сзади на уровне поясницы. Правая рука выпрямляется вперед, не в бок, не вниз, а вперед, выше плечи рука. И кулак чуть-чуть сгинается вперед. Сбоку пока сейчас? Сбоку. Вот она позиция. Гергельевский рук. Задняя рука тоже в кулаке, да? Задняя рука должна быть пояс. И сзади кулак. Угу. Вот. Позиция ног.
Позиция нов. Первое движение. Выстреливаем ногу вперед. Раз. Это первое движение. Здесь передняя нога стоит на полной стопе. И задняя тоже. Задняя нога чуть согнута, передняя прямая. В этот момент бьем задний носок. Слегка ударяем носок. Поднимаем переднюю ногу к себе. И меняем местами. В этот момент левая нога идет на катку, правая нога на полной стопе. Следующее движение. Прыгаем на левую ногу, там, в том месте, где она поставлена. Поднимаем заднюю ногу. Правую. Ставим опять вперед. Назад. Забрали к себе. Поменяли. И прыгаем на ту ногу, которая стоит впереди. Поднимаем правую ногу. Так, сейчас положите ногу в движение к ней. В чем заключается исходная позиция при лакском танце? Исходная позиция рук при лакском танце заключается в таких движениях, как обе руки выпрямляются в бок, ладони поднимаются вверх. Вот это и есть позиции лакских танцев. Искажение. Руки ниже плеч, руки выше плеч. Это искажение. Руки должны быть на уровне плеч. Ладони не должны быть прямыми, не должны быть другими. Вот только вверх. И кулаки нет, ничего нет. Кулаки нет, ладони раскрыты. Вот, искажение является вперед руки и слишком много руки. Вот, на одно плоскости стола еще в одной руки. Понятно. Ноги. Лакский шаг заключается в таких ногах. Поднимаешься на носок, на носки, и весь танец происходит на носках, только на носках. Выбрасываем правую ногу вперед. Раз. Поднимаем ее вперед и еще раз выдержим. Поднимаем левую ногу вперед, подвигаем к себе правую. И еще раз левый шаг. Раз, два, три. Раз, два, три. Поднимаем ногу, согнаем в коленях. Вперед ставим. Два, три. Раз, два, три. Раз, два. Демонстрация лакского танца со стороны. Давай. Раз, два, три. Руками махать не нужно, да, никогда? Нет, руки вместе. Так, демонстрация ног при лакском танце. Начали. Какие могут быть у учеников ошибки при лакском танце? При лакском шаге ошибки могут быть следующие. Голова не повернута в сторону своей партнерши. Голова всегда должна быть повернута в сторону партнерши, и тело должно быть ровным. Руки должны быть перпендикулярно телу. Они должны быть выше плеч, они должны быть ниже плеч. Вот это самое главное искажение. Другое искажение. Нельзя прыгать при совершении этого шага. Вот искажение. Вот искажение. Такого не должно быть. Это должно быть на одном уровне. Голова должна идти плавно, голова, параллельно полу. Голова должна быть направлена к партнерше. Демонстрация лезгинского танца. Исходная позиция, позиция рук, позиция ног видно в процессе танца. Танец будет длиться 40 секунд. Начали. Так, снимаю ноги. Так, одновременно позиция рук. Одна позиция рук. Так,
За голову тоже можно, да, Махмуд? За голову тоже. А так, сбоку как надо держать руки, когда обе вытянуты? Можно там чуть-чуть угол делать? Или как в ласковом танце? Как в ласковом танце можно чуть-чуть припарить. Чуть-чуть припарить. Не сильно. Что именно? На свадьбе встречается задний ход. Момент, когда идет вперед, даже очень часто его даргинцы используют, внезапно меняет направление. Как это делается? Задний ход происходит. Позиция рук на задний ход такая же, как и вперед. Ноги чуть отличаются. Сначала делаем полный шаг назад. В этот момент левая нога идет на носок в районе пятки правой ноги. Искажение является заступ. Искажение является отдаленность от пятки. Вот исходная позиция. Этой же ногой делаем шаг на месте, недалеко, не близко, средний. Поднимаем другую ногу и ставим тоже в районе пятки. В этот момент делаем шаг той же ногой, что и на носке. Ставим другую ногу. Эффектных. При выполнении поворота, исходная позиция. На правой ноге стоим на полной стопе. Левую ногу ставим вперед. Это исходная позиция ног. Туловище должно быть ровным. Грудь вперед, голова поднята. Руки, правая рука должна быть впереди, в полусогнутом состоянии. Не выше, не ниже плеча. На уровне плечи. Ровно. Вторая рука. Поднимаем в бок. Тоже не выше плечи, не ниже плеча. На одном уровне. Эти руки должны быть на одном уровне с плечами. Это исходная позиция оборота. Левой ногой, которая впереди, отталкиваемся. Как только оттолкнулись, прижимаем правую ногу. При этом правая нога поднимается на носок. И выполняется вот такое движение. Корпус ровный по-прежнему. Руками. Левой рукой, которая вытянута в бок. Берем разгон, амплитудный разгон для поворачивания тела. В этот момент обе руки при приближении друг к другу прижимаются к груди. Происходит вот такое движение. Вот такое движение. И все это выполняется одновременно. Ногами и руками. Раз. Голова должна быть смотреть ровно в точку. Одну точку вы должны поймать и не отводить от нее глаз при выполнении поворота. Вот продемонстрирую, как это делается. Поворачиваем тело, голова остается на месте. Когда уже вы чувствуете, что голова уже не может смотреть, резко поворачиваете в другую сторону и смотрите туда же. Происходит поворот. Раз. Два. Вы не должны терять эту точку ни на секунду, ни на долю секунды. Как только вы потеряете свою точку, у вас не получится этот поворот. Продемонстрирую это в быстром сочетании. Достаточно один оборот, да? Или можно... Достаточно два оборота. Можно и один выполнить. Ну, если оборот производят молодые, энергичные люди с хорошим телосложением, они могут и два, и три, и больше, но не один. Старикам, человеку в положении, в возрасте, ему можно делать и один оборот. А молодым энергичным людям его нужно делать два и больше. Ну-ка, один оборот для начала. Один оборот. Так. Еще раз. Раз. В конце оборота ты руки... В конце оборота руки должны раскрываться. И ноги должны быть на уровне плеч. При заключении. Раз. Если один оборот хорошо выучить, то можно и второй раз тоже так. Второй, и третий, и так далее. Она должна идти в так темп музыки, или же? Она в темп музыки не вписывается, оборот. Оборот делается произвольно. Можно и медленно, можно и быстро. Не под музыку. При выполнении танца с девушкой должны соблюдаться некоторые правила определенные. Вот я демонстрирую вам. Начинаем танец с шага. Раз, пошли. В этот момент рука не должна быть согнута к девушке. Допустим, девушка танцует слева от меня. Я не должен к ней закрывать руку.
Не должен ей показывать свой локоть. Это неприлично. Должна рука должна быть открытая к девушке. Если вы хотите открыть правую руку, поворачивайтесь на 180 градусов и открывайте эту руку. Но здесь уже вы идете задним ходом. Вы захотели открыть левую руку. Повернулись на 180 градусов и открыли левую руку. Как и в самом начале говорил, голова должна быть точно к девушке. Соблюдайте все правила, осанку, взгляд. Не отводите взгляд от девушки. Соблюдайте дистанцию. Дистанция играет самую важную роль. Дистанция не должна быть ближе вытянутой руки. Ближе вытянутой руки, если подойти к девушке, это со стороны, во-первых, некрасиво, и девушка чувствует дискомфорт. Вы должны быть или на расстоянии вытянутой руки, или дальше. Дистанция. Соблюдайте дистанцию. Когда девушка идет напротив вас по кругу, вы должны напротив ней идти. Вы не должны пересекать ее. Вы не должны сбивать ее траекторию. Вы должны перегораживать ей путь. Это неприлично и неэффективно. Красивый танец, когда вы помогаете девушке танцевать. Вы танцуете с девушкой и говорите ей, куда идти. Вы должны сами управлять танцем. Как? Вы должны быть хозяином танца. Если вы будете соблюдать все эти правила, девушка сама будет слушаться вас и танцевать так, как вы хотите. Как показать ей, что ты хочешь повернуть? Или траекторию, изменить траекторию? Будет если такой. Ты хочешь, чтобы девушка изменила траекторию, вы должны остановиться, показать девушке, что вы остановились, повернуться и пойти в другую сторону. Тогда девушка, понимающая танец, она по-любому пойдет в другую сторону от вас. Так, для того, чтобы научиться лезвинке, нужны ли какие-нибудь гимнастические упражнения? Утром, вечером, чего-то там, то все. Включите музыку, включите лезгинку рано утром. Музыка лезгинки, она повышает, во-первых, настроение. Тонус человека. Тонус человека повышает. Сама лезгинка. И вы будете весь день в хорошем настроении, в тонусе. И под эту лезгинку вы можете выполнять, повторять некоторые движения лезгинки. Тем самым вы закрепляете знания свои. Как часто в день, в неделю необходимо заниматься лезгинкой? Лезгинкой необходимо заниматься в неделю 4 раза, это вполне хватает. Для элементарного танца лезгинки сколько времени необходимо, чтобы научиться танцевать? Для элементарного танца лезгинки необходимо провести курс занятий, который длится в течение 10 дней. В каждый день по одному часу, это получается вместе 10 часов. 10 часов интенсивной работы над собой приведет вас к результату. На первом начале, в первый раз человек вышел на свадьбу, он еще нигде не учился, ничего. Что он может применить, чтобы получился он у него приличный ход? Самое элементарное движение. Это обычный шаг и три позиции рук, которые я показал в самом начале. Сейчас я вам продемонстрирую эти позиции рук.
Thank you.
Thank you.